Здравствуйте! Сегодня я вам покажу, как можно ламинировать ткань с помощью специальной пленки для ламинирования. Это специально для ткани. Вот эту я заказала из Америки, называется Heat and Bond Vinyl. То есть это пленка для ламинирования ткани. Здесь 4,5 метра, ширина рулона 43 сантиметра. Сделано в Канаде. Они бывают двух видов, матовая и глянцевая. Вот это именно, это глянцевая пленка. И сейчас покажу на примере вот этого кусочка, как можно ламинировать ткань. Так, вот так выглядит. И делаю первый раз. Запечатано. Инструкция, как ламинировать, здесь на упаковке. Буду следовать инструкции и посмотрим, что получится. Итак, здесь у меня есть ткань для сумки. Сумка будет для развивающей книжки. Вот такая пленка глянцевая на бумаге. Бумага здесь такая же, как и на велкроткани, например. То есть бумага снимается, и пленка приклеивается к ткани уже. Итак, вырежу такого же размера, как ткань, пленку и буду приклеивать. Ткань у меня постирана. Вырезала я деталь для сумки. Теперь нужно очень хорошо прогладить ткань. На лицевую сторону ткани нужно сейчас приклеить пленку. Пленку я вырезала такого же размера, как ткань. И теперь липкой стороной нужно приложить ткань. Она не очень липкая, такая еле-еле. Прикладываю пленку на лицевую сторону ткани. Клейкой стороной вниз. Если что-то где-то пошло неровно, ничего страшного, она не сильно клейкая, можно ее поднять и исправить. Убедитесь, чтобы на ткани не оставалось никаких ни волосинок, ни пылинок, ни ниток, ничего. Так, теперь вот так проглажу, чтобы убедиться, что здесь никаких ни складок не осталось, ни пузырьков воздуха, под пленкой ничего. Пленка очень мягкая, очень легко она здесь сложится. Обязательно должна быть ровная поверхность. На инструкции они говорят, что нужно прогреть утюг до средней температуры. К сожалению, какая температура подразумевается, здесь и написано. Я установлю на 150 градусов без пара. И в каждом месте нужно придавить утюгом 8 секунд. Я начну, покажу обычным утюгом, и потом я уже продолжу на всем отрезке ткани, уже используя термопресс. Так, выставляю на тройку, то есть это у меня будет нейлон. Температуру выставила на 150 градусов, таймер на 8 секунд. И 4 секунды с обратной стороны. После того, как остынет, можно снять защитную бумагу. Так вот, что получилось. Она мягкая. Водоотталкивающее, даже если так помять, просто потом можно будет прогладить и все. То есть пленка не отходит от ткани. Вот и все. Спасибо за внимание. До свидания.